Последние приготовления. Парк имени Пушкина практически готов встретить посетителей во всей красе. Дорожки почищены, бордюры покрашены, аттракционы помыты, обновлены, прошли техническую проверку и приемку комиссии городской администрации. И в этом году посетителей ждут новинки. Все аттракционы были проверены. В этом году мы удивим горожан. У нас приобретено 2 новых батута для детей. Также была произведена реконструкция аттракциона, детского аттракциона «Колокольчик». То есть он почти полностью изменился. Горожане увидят, посмотрят. Очень красивый. На обновление парков в этом году потрачено около 1 000 000 рублей. Директор Анатолий Шудров показывает тот самый реконструированный колокольчик. Хотя теперь это скорее грибок. Говорит, пластик качественный, яркий и безопасный. Работает карусель абсолютно бесшумно. Главная цель, чтобы детям нравилось, а родители не сомневались в надежности конструкций. Впервые в этом сезоне опробовать карусели можно раньше обычного. По просьбам горожан аттракционы закрутятся уже 25 мая. Немного в сокращенном режиме, с 11 утра до 6 вечера, но все же. Официально же сезон откроется, как всегда, 1 мая. Традиционно парки станут настоящими центрами развлечений. На 1 мая у нас будут работать все площадки, начиная от площадки центральных ворот, танцевальная веранда, летняя эстрада и также площадка на фонтанном круге. То есть везде будут проводиться выступления творческих коллективов городского округа Саранск, дворцы культуры. Все будут задействованы, чтобы принести, сделать приятное нашим горожанам, которые придут к нам отдыхать. Что примечательно, цены на развлечения в этом году не выросли. Светлана Лашина, Игорь Гангаев. Наши новости.